Всем привет, дорогие друзья, с вами Светлана Сказочник. Сегодня у нас 120-й бой старшего ветра фатально. Бой очень страшный, я боюсь эту команду. Это команда Черного Дракона, Кана. И все со счастливой шляпой на иксах. Значит, туз в рукаве, водоводел, верь с лезвиями. Любимый кабал, черный дракон, значит, с медвежьим клыком на 10-м слиянии. Сопротивление дикое будет у него. Счастливая шляпа, ржавая бензопила. Ну и, конечно же, естественно, наш любимый Эрон Блэк с дуэлью, с прекрасной, с кинжалами духов, с тузом в рукаве. И со счастливой шляпой на иксах и револьверами на иксах. Значит, что я тут думала, что взять, какую команду взять. Долго буду я этот бой проходить, сразу говорю, потому что... Я не люблю эту команду, у меня плохо получается с ними бороться. Вот этот пострелушник с Саной. Но мы здесь взяли смока классического, да, поглощающим дымом из пассивочка, чтобы мы отражали всякие оглушашки. Значит, с валунами, с героем ниндзя, с синтаем зла. Далее у нас идет классический скорпион с синтаем возмездия, чтобы с пробоя блока пробивать щиты, потому что они постоянно будут, суки, под щитами. Уж простите меня, никак не могу эту команду я по-другому обозвать. И лунный свет я ему дала вместо водоводела, потому что там более-менее там снаряга, плюс уменьшение хоть какое-то там дамага от спецприемов. И, значит, Люкан классический, седьмого слияния, значит, с водоводелом, с змеиной кожей племени Мотока, с красной повязкой, с гримом от режиссера. Я надеюсь, что смену нам не сильно будут мешать, и мы сможем как-то меняться, дамажить. В общем, не знаю, что получится вот в этом бою, честно говоря. По талантам быстрая реакция, громовые удары, искусство цунами. В защиту все вкачало, стойка сокола, школа красного дракона. Защита, лишняя защита от оглушения, значит, призрак и учение Шинока. Ну и, соответственно, в поддержке ничего. Силу, конечно же, будут истощать по-страшному они с помощью шляпы. Шляпа не должна так работать, она должна работать немножко по-другому, но работает как работает. Значит, посмотрим, что там у нас получится и получится ли вообще чего-нибудь, конечно. Не знаю, команда удачная, неудачная. Так, ладно. Окей. Хорошо. Так. Держись. Ай, нет. Тихо. Ой, господи. Да. Да. Я забыла. Опять забыла про эту хернь. Пробей щит ему, пожалуйста. Спасибо большое. Ну, понятно все, в общем-то. Ну, я так и полагала, потому что слишком уж сложненький. Сложный бой. Да. Бой сложный, тут уже ничего не скажешь. Это, конечно, вам не ливни отряда, знаете ли. Вот. Ну, ничего страшного. Притом у меня 3 попытки сейчас осталось, поэтому я еще с утра буду оставшиеся попытки записывать. Ну, да ладно, в целом. В целом, пройти-то можно. Пройдем, конечно, в любом случае. Сейчас пострелушник выскочит, да, нет? Тихо.
Просто продолжаем дамажить и все, и ничего, и все. Да. Тихо. Поймали. Ох ты же гадина. До свидания, Скорпушка. Прощай, Скорпион. А, ты еще и блок успел поставить, да? До свидания, и, блядь. Ну и до свидания, Люкашка, Скорпушка. Все до свидания, конечно же. Блядь, истощают силу они. И, блядь, все до свидания. Просто, на, просто, просто, просто прощайте, пацаны. Просто прощайте, пацаны. Не насать, что там больше 40% жизни. Я им кабала вообще. Его как-то это особо не интересует. Ну и ладно, мы все равно бруталку сделаем, окей? Ну, я вас поняла, ребята, ребята, пацаны вообще, ребята, ну. О май гад. Кстати, между прочим, хочу поругаться на Андрея Читслеера. Искала, как он проходил, зачем я это делаю. Вот, поругаться хотела на него, потому что нету, значит, у него прохождения на пути дурачка 120-го боя. Где, почему, Андрей, что за безобразие? А, поймали, хорош. Единственное, что да, силу, конечно, мы не копим, потому что поддержки-то у нас не алё вообще, да? И силушку мы не копим. Ай, мы прям поменялись, прям. Прям, конечно, поменялись мы, да. Так, давайте-ка мы вот так вот сделаем сейчас пока что. А теперь... Понятно. Свидание, да? До свидания. Так, дуэль началась, минуснулся, да? Блять, и как раз... Прям под эту. Прям под бурю ты. Люкашка, какашка. Не поймали. А, он у меня один остался, да? Самое прикольное, что мы даже не можем вынести... Ага, и сейчас бруталочку на Люкашке сделают. Да ты... Да-да, молодец, молодец, молодец. Возьми с полки пирожок. Там два, твой посередине. Ну, короче, вот я в целом не удивлена. Я так и думала, что бой будет таким. Именно таким. По-другому никак этот бой не пройти. Ну, потому что по-другому, к сожалению, никак. Да, три попытки мы просрали. За три попытки у нас Кана кое-как мы забили, добили. Ну, еще по три попыточки на этих козлов уйдет. Дай бог, если уйдет, конечно. Но ничего, справимся. Всем увидимся с утра. И вот мы продолжаем. 120-й бой. Значит, сразу идем в бой. Потому что ничего не поменялось. Утро наступило. Как говорится, нас тупило утро. Утро, ну как утро? Кому-то день, кому-то утро. Поэтому... Что при смене побоище-то работает? Тик. Так. Живи, живи, живи! Поменяемся, поменяйся. Так, я СП заюзала, чтобы это самое. Ай, 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 ай.
Ай-ай-ай. Было очень больненько. Ай, хорош. Нормально. Тихо, живи, 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 живи. Призрак, с работой. Понятно? Ясно, понятно. Ой, ну и понятно. Ну ладно, ничего страшного. Главное, Кана вынесли. Осталось дело за малым, как говорится. Так. Четвертая попытка получается, да, у нас? Да. Ну, нормально. 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 Нормально, как говорится. С пивком потянет. Которым, конечно же, не пьем. Вот. Ну, за 15-то мы пройдем его, конечно же, естественно. Сейчас все будет. Ай, ой-ой-ой. Ну так сразу, ну зачем, за что, по что? Тихо, тихо. Больно, больно, больно. Ага, ладно. Сейчас, может, отхилим еще немножечко. Тык, тык. Нет, не отхилимся. Мы умрем. Да, мы умрем. Ну и ладно. Немножко посражаемся, что делать-то? Нет, типа не посражаемся. Бля, бой супер, слушайте, ребята, прям бой отличный, бой прекрасный вообще. Это же самый замечательный бой в мире, просто это мне нравится, отлично. Классный, классный бой, классный. Чтобы у разрабов был, блядь, недельный понос, пожалуйста. Кушайте с маслом, суки. Ах, ладно. Да подожди ты, сука. Подожди. Блять, какая... Давай. Да подожди ты, мразь. Да подожди, да... Дай ударить-то хоть раз. Блять. Не, не дают вообще ничего сделать. Не, ну просто вообще ничего не дают сделать. Ну просто ничего не дают сделать. Ну просто вообще ничего не дают сделать совершенно. Сейчас этот выйдет пострелять. Нет, даже не выйдет пострелять. Не, ну просто тупо ничего не дают сделать. Ну вообще. Слишком. Ну, ну как обычно, как обычно. Подкрутонька, подкрутонька, подкрутулечка. Все понятно. Ага. Говяное зеленое снаряжение. Спасибо, игра. Пошла ты в жопу, понятно? Да что опять я, господи, блин! Света! Что ты такая невнимательная, мать твою? Сделаем немножко. Так, сразу, наверное, первые заюзы. И еще раз, пусть он ничего страшного. Будем хилиться.
Похеру, что он там в блок поставился. Иди сюда. Понятно. 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 Поймали. Хорошо. О, ничего себе. Смолчик, ты даешь. Да подожди. Откройся, скотина! Нате! Пять! Ха! Пошел ты в жопу. Вот дуэль началась. Мы сейчас он сдохнет у меня, конечно же, естественно же. Еще какую-то штуку отразила ему. Ну ладно. Плевать. Ай, ладно, хрен с ним, уже просто плевать. А почему, кстати, я что-то не совсем понимаю, почему пробой щита при смене срабатывает. Я вообще не понимаю, почему у меня пробой щита при смене срабатывает. Что такого я наделала, что у меня пробой щита при смене срабатывает? А самая прикольная попытка, кстати, это. Самая классненькая получилась. Ну, а так, конечно, попыточки не очень. Ну, бой противный. Снаряги нету практически. Ну, да, да, на самом деле, прям хорош-хорош. Прям хорошо. Да опять, до света! Блин, да, опять я скорпа первым не поставил. Да что ж такое-то? Что у меня с головой это происходит? Я не понимаю. Ой, господи, Светлана Леонидовна, ты что сегодня, блядь, не в своей тарелке, не в себе? Так. Так, сейчас этот пострелушник выйдет. Или не выйдет? Сейчас, вот появится. Тихо! Тихо! А! Не поймала, блин, хотела поймать его. Тихо. Ай! Ай-яй-яй! Так, ладно, мы сделаем СПшечку просто чисто, чтобы было. Ай! Я бы... Подожди. Тихо. Понятно? Ясно? Понятно? И ты до свидания, и ты до свидания. Ну и понятно. Ну и ясно, ну понятно. Все, в принципе, это предсказуемо. Та попытка хорошая, это плохая. Чё... Поменяй Скорпиона, Светлана, пожалуйста, на первое место поставь его, Светик. И не надо надо мной смеяться. Я же все равно выиграю этот бой. Какая разница? С 20 попыток я его пройду. Одна херня. Так, будьте любезны, вот сюда, пожалуйста. Отлично. 8 попыток у меня в общей сложности ушло пока что. И это только даже у нас вообще ничего не сдуть. Еще даже ничего не произошло. Ну ладно, ничего страшного. Как говорится, и не такое... А, ну правильно, он у меня стоял. Все понятно. Бля, силы, конечно. А ты пробивать не хочешь, да? Нет, не хочешь, хочешь. Тихо. Верните
О-о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 . Уходи. Так, это было сделано, чтобы он меня не убил просто, чтобы... Так, я что-то не понимаю. Та-та-та-та-та-та-та. Ай, опять, опять, опять я просрала. Да что ж ты будешь делать-то? Бля, верни говно это, пожалуйста, сюда. Аллилуйя! Есть! Есть контакт! Ура! Ура! Тихо! Ничья? Чья, блин, ничья, не ничья. Очень даже чья. Так, держись! Понятно. Так, давай, 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 в пробой, счета, хорош. Давай, давай, мой сладенький. Ну. Понятно? Ясно, я вас поняла. Блин, я все-таки так и не понимаю, от чего срабатывает при смене пробой счета. А, от них срабатывает, точно. Ну, нормально, 9 попыток в целом неплохо, нормально. Изи-пизи, как говорится. Просто снаряжки пока нету. Нету пока трубки, нельзя воровать щиты, нету какой-то сверхъестественной снаряжульки. Лунный свет уже на продажу падает. Это как это вообще? Остальные у меня две не прокачаны еще. Ну, ладно, я вас поняла. Ну, сложный бой. Давайте будем честными, реально сложный бой. Тем более, играя золото. Ну, седьмого слияния Алюкан, ну, это такое себе. Ну, короче, сложный бой, да. Мертвая зона, господи. Что-то третий бой уже с мертвой зоной. Как-то что-то ее запихали сюда. Я надеюсь, там выше нету ее. Вот такой бой. Ну, поматерилась немножко, поругалась. Потому что ненавижу я команду Черный Дракон, в каком бы бою она ни была. Поэтому вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пишите, как вы прошли этот бой. Снаряга за Икс и алмазки Иксового слияния я учитывать не буду. Пишите, как вы прошли за золото. Если у вас мало снаряжения, то особенно в первый раз, там, первый раз проходит эту башню. Интересно, как вы проходите, потому что я прохожу в первый раз эту башню. Да. Поэтому вот так. Всем спасибо за просмотр. Хорошего дня. Андрюха, почему нет 120-го боя на пути дурачка? Я хотела посмотреть.